Блин, попал я по нему. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Попасть-то попал, но не взяло. Блин, самка рядом летела, не стал стрелять-то. Блин. Ну, очень рядом, они сели прямо рядом, перед носом. Я думал, они, может, отлетят к ней. Они прямо перед носом, зараза, сели. Вон они летят. Друзья, всем привет. В общем, сегодня первый день у нас весенней охоты. Приехали вот с другом, уточку вот высадили. Там сами здесь вот укрытие сделали. Охота рано началась, вот идет дождь со снегом периодически. Еще мороз, лед не везде еще сошел. Рановато как бы. Утки летают. Но реагирует пока плоховато. Подплыла отсюда парочка и селезень к ним. Селезень увидел подсадную, перелетел. Друг выстрелил, потому что рядом с подсадной был. А я поэтому, камера как раз в этот момент села, а уже все, надо было стрелять. Ну, слышно было, что практически два выстрела друг за другом сразу были. Этого, в общем, взяли. А этот все вроде готов. Пошел я спиннинг брать, чтобы достать его. А он нырнул по ту сторону. И вот туда, в траву, под сугроб. И все. Я уж думал, там он и сдохнет. Минут через 30, смотрю, там выплывает и полетел. Ну, пускай лучше так, чем бы он сдох. Я уж переживал, что он там и останется. Но минут через 30, смотрю, полетел. Значит, ранение было несерьезное. А сначала вроде все, перевернулся. Я пошел доставать, а он раз и туда. В общем, такая вот получилась охота. Но первый день, мороз,
дождь со снегом. Ну, все равно одного взяли, летают, но реакции у них слабовато. Ладно, впереди еще целый месяц охоты. Подписываемся на канал, не забываем. Все, всем пока, удачи на охоте.